жалко? Да, я только пил. Так, ну что ж. Гармонист такой красивый, мы у вас поем одну частушку. Можно? Давайте. Так, ну дайте палку, дайте сам все. Готово? Хор готов. И три, четыре. Гармонист какой хороший, как цветочек маленький. Сам большой, гармон большой, а хреночек маленький. Я просил, мы тоже все-таки. Достоинство нашего гармониста мы не жаль. Гармонист, если своего достоинства не обронил, заметьте, продолжает играть ногами. Есть вам чем ответить? Кто знает частушки? Там передают право. Смотри, они тоже собираются. Тоже частушечный хор. Так, ну значит, вторую частушку можно хором соединить. Буранова Горлова также. Давайте придумайте частушки, не обязательно хором, по отдельности поддержим этот настоящие частушечные поединки. Первый раз у вас такое в сельском клубе, что прямо объединяются люди и поют частушки хором. Причем одну. Причем танцуют, да. Так, ну что ж. Сейчас они тоже весь сборник частушек русского народа. А кто по отдельности знает, пока там совещание идет? По отдельности. А, и... ну, вот, смотри, у нас есть частушки. Так. Пока там совещание идет, все равно поищем. Да, послушаем. Вот, все, мы готовы. Пока они будут готовы, мы еще сделаем. Еще раз. Сила губы нет. Вы готовы уже ответить, все у нас, да? Главный частушник, кто у нас?